Новый год – это время волшебства и чудес, которое дети ждут с особым нетерпением. И чтобы праздник пришел в дом каждого, по всей Московской области вновь стартовала ежегодная благотворительная акция «Новогоднее чудо». В городском округе Воскресенск хлопоты по организации сбора подарков для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с радостью взяла на себя комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ведь в это время все ребята ждут волшебства. Все подарки будут розданы детям, которые проживают в этих семьях. Потому что эти дети такие же, как и все остальные. Они ждут Нового года, они ждут чудес, они ждут конфет, они ждут Деда Мороза и Снегурочку. Давайте создадим им этот праздник все вместе, все дружно, и пускай они радуются. Каждый год акция приобретает грандиозный размах. В 2021-м, благодаря стараниям неравнодушных людей и организаций, в нашем округе собрали около 700 подарков. Стоит помнить, что здесь и сейчас важен вклад каждого в это дело. Ведь сотни детей ждут своего праздника. Благотворительная акция проходит с 1 по 23 декабря. Все желающие сотворить чудо для детей, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, могут принести новогодние наборы, мешочки с конфетами, игрушки и канцелярию в сборочный пункт. Он находится по адресу площадь Ленина, дом номер 3, в кабинетах 29А и 29Б. Это второй этаж здания администрации городского округа Воскресенск. Давайте все вместе подарим этим детям праздник. Анастасия Сибирякова, Дмитрий Волнов, новости из Кровект.